Лево. Вперед, начало коврика. Право. Назад. Носок правой ноги оттягиваем. Поднимаемся. Прогибаемся. Выдох чуть вперед вверх, за спиной замок кистевой. Грудь вперед, подбородок вверх. Вес больше на ногу, которая выпрямлена сзади. Вверх, стараемся бедра потянуть. Подбородок приподнят, грудь вперед. Вдох, подаем корпус вперед, меняем замок. Выдох, опять поднимаем плечи назад, уводя. Вдох. Лопатки сводим. Живот толкаем к бедру согнутой ноги. Плечами тянемся назад. Еще раз вдыхаем. И хорошо, выходим. Вдох, руки перед собой. Носок, который впереди, разворачиваем в сторону. Опускаемся на локти. Так, носок в сторону, колено в сторону развернулось тоже. Если получается, левую руку под левое колено, либо на локтях остается. Дышим. Андрей, больше ногу вперед, прям в двуголок коврика. Ой, и пробую локти опустить на пол. Нет. Еще раз вдохнуть. И хорошо, пойдем. Уходим назад левой ногой. Вперед правой. Впереди ногу сгибаем. Носок смотрит прямо. Найдем. Живот на бедро согнутой ноги и замки пальцевые. За спиной. Прогиб. Делаем. Колено впереди сгибайте. Сильнее опускайте ниже. Бедро сзади. Выдох. Живот вперед, плечи назад. Хорошо. Вперед подаем корпус, меняем пальцы за спиной, прогиб, выдох, вдыхаем. Выходим из этого положения. Так, носок в уголок коврика и в сторону разворачиваем, которая впереди. Пытаемся опуститься на локти. Если получилось, правое плечо, вот правое колено. И пониже опускаем бедро левой ноги сзади. Вот.
Правый носок и правое колено в сторону смотрят. Стопу полу впереди плотно прижимаем. Еще раз вдыхаем. И выдох. Еще выходим из этого положения. Ногу, которая сзади, ставим вперед. Садимся, ложимся на спину. Выпрямляем ноги. Руки в кулаки. Отталкиваемся локтями, затылком, плечами над полом. Грудное тело прогибаем. Вдох. Таз подворачиваем, кулаки плотно сжаты. Выталкиваем лопатками вверх, грудь, носки вместе. Оттянутые от себя, хорошо. Еще раз вдыхаем. Отталкиваемся, чувствуем грудной отдел. Выдох, шея сзади, чувствуем, напрягается в прямом состоянии. Опускаемся вниз, носки на себя, голову поднимаем, плечи, и вытягиваем теперь спину, прогибаясь, округляясь по всей длине. Вдох, плечи вперед, подбородок к груди. Да. Поднимаем ноги вверх. Вдох. Лежим на пояснице. Если поясница отрывается, крайне можно пресс согнуть. Включаем пресс сильнее. Выдох. Хорошо. Ноги вниз. Вдох. Пальцы переплетаем. Толкаем. Вдох. Носки на себя. Пятки на полу сейчас. Выдох, плотно обнимайте локтями голову. Поднимаем ноги. Оттягиваем носки. Выдох. Голову толкаем, толкаем, толкаем изо всех сил. Носки на себя, пятки на пол. Вот. Пальцы поменялись. Выдох. Толкаем голову вперед. Вдох. Плотно сжимаем голову локтями. Выдох. Ноги вверх, носки от себя. Вдох. Поясница на полу. Колени можно присогнуть, если тяжело, или поясница отрывается от пола. Не будет. Опускаем пятки. Опускаем зубы. Руки в стороны, таз справа. Скрутка с прямой ногой в левую сторону. Лицо вправо смотрим. Ногу распрямляем. Правое плечо на полу. Вдыхаем. Да-да-да-да-да, правильно, той рукой.
Все правильно, Дрейс, берем твою руку, ага. Хорошо. Лицо туда, с другой стороны. Можешь упереть. Задыхаем. И хорошо. Разворот. Центр, в другую сторону скручиваемся, правая нога выпрямилась, левая согнулась, таз двинулся влево, правой рукой за левый висок, и скрутка. Ногу стараемся распрямить. Вдох. Выпрямляйте колено. Ого. Вдох, еще раз. Хорошо, выходим. С этого положения таз по центру. Ноги к себе, обнимаем. И покачиваемся. Вперед. Садимся, выпрямляем. Носки оттягиваем, руки за спиной. Пальцы назад, грудь вперед. Вдох. Прогибом. Выжимайте корневой замок. Подворачивайте таз, вдыхайте, прогибайтесь выше поясницы. Еще раз вдыхаем. И выдох. Поднимаем голову за подбородком, вытягиваясь, носки на себя. Вдох. Живот к бедрам. Руки вверх.
И выдох ладони вместе, опускаем руки вниз, беремся за носки, уходим в наклон. Дышим, вдох, шею расслабить, голова вниз. Так, вниз, голову вниз. Макушка вперед. С расслабленной сзади шеи. Плечи вниз, лопатки в стороны разводите. Живот подталкивайте вперед. Бедрам. Дима тоже голову нижнюю. Лопатки в стороны, локти сгибаются, сгибаются. Андрей, сгибай локти и вниз их отправляй. Локти вниз, Андрей. О-о-о-о. Вдох. Верхняя часть спины должна округлиться. Низ спины у нас работает за счет того, что мы толкаем живот к бедрам. Шея расслаблена. Макушка тянется вперед, а голова склоняется вниз при этом. Еще раз вдыхаем. Один вдох. И на спину ложимся.